Нет денег, нет манер. Приятного аппетита, дружок. Но иногда с появлением денег появляется и доброе отношение к людям. Доброе утро, Эшли. Пора вставать. Ваш завтрак, мисс. Нет, уберите-ка это подальше. Разве может Эшли спокойно завтракать, если ее прислуга с раннего утра на ногах? Ни за что. Чай? Кофе? Угощайтесь, дорогие. Это все для вас. Вау! Мисс Эшли само очарование. И еще и очень щедрая. Это работа мечты. Как раз на новую машину не хватало. Ой, я же забыла. Эта дама знает, когда в этом районе идут осадки в виде денег. У богатой Эшли есть традиция устраивать по утрам денежный дождь для нуждающихся. Доброе утро, люди! Давайте все вместе будем добрее друг другу. Спасибо, мисс Эшли! Но сегодня ей не насладиться утренним дождиком. Бедная Кайли уже тут. И она готова сразиться за свою порцию хрустящих купюр. Хорошо, что прихватила с собой зонтик. Но есть идея получше. Дамочка, поищите себе новый дом. Я сюда заселяюсь. Прекрасно. Кайли обеспечила себе безбедную старость. Все готовы к контрольной? Значит, поехали. Пишем, не отвлекаемся. Тест не проблема. Если ты заранее подготовила шпаргалки. Yes. И тут на всех хватит. У кого какая тема, девочки? Разбираем. Эшли никогда не жалеет знаний. И денег тоже. Пятерка гарантирована. А заодно и новая сумочка. Это тебе. Тут ответ на второй вопрос. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Я же предупреждал, никаких шпаргалок. Эшли, опять твои финансовые махинации добра. Ой, как неудобно вышло. Мистер Кевин, может, яблочко? Уф, на этот раз пронесло. Эшли знает, как задобрить учителя. А Кайли в своем репертуаре. Опять опаздывает. Скорее на урок, чтобы не получить очередную двойку. Мистер Кевин, привет. Что новенького? А ты подвинься. Это мое место. От манер Кайли мурашки по телу. Ноги со стола, мисс. И приступайте к контрольной. Что? Учиться? В планах на день такого не было. Так уж и быть. Но это в последний раз, мистер Кевин. Вот и туалетная бумага пригодилась. Мисс Эшли, ваш заказ готов. Отлично. Как раз вовремя. Этими аппетитными бургерами Эшли накормит всех бедных в районе. Угощайтесь. Вам нравится? Следующий. Эй, в сторону! Девушкам надо уступать. А ничего, так обед сойдет. И мне можно? Со вчерашнего дня ничего не ел. Нет, дорогой. Сегодня ты опять на голодной диете. И еще один я захвачу с собой. Какой коварный план придумала Кайли. Трюк с переодеваниями всегда срабатывает. Молодой человек, не угостите даму. И вам, мисс, тоже спасибо. Так надоело стоять в этой очереди. Такими темпами на всех еды не хватит. Я это забираю. Благотворительная акция пошла не по плану. А Эшли так старалась. На сегодня запланировано свидание. И все должно быть по высшему разряду. Свечи, напитки и вкусняшки. Еще бы, у них с Джеком годовщина отношений. А вот и он. Это тебе, дорогой. Эшли привыкла брать ситуацию в свои руки. Даже на романтическом свидании. Дорогой, у меня для тебя подарок. Неужели это то, о чем он так долго мечтал? Нет, это всего-навсего машина. Какая жалость. А ведь Джек не хотел жениться на Эшли. Мечты, мечты. Пока придется довольствоваться новеньким авто. Ох уж этот Джек. Кажется, он везде успевает. Сегодня у него еще одна годовщина отношений. На этот раз с Кайли. Это тебе. Сердечко от всего сердца. Кайли, а ты мне что подаришь? Про подарок Кайли не вспомнила. Придется импровизировать. Закрой глаза, милый. А пока любимый потерял бдительность, действуем. Дорогой, секундочку, я сейчас.
Ты скоро, Кайли? Ой, а где она? Все ясно. Стащила деньги и ушла. Да, эти отношения были обречены с самого начала. Перемена на свежем воздухе. Это всегда море позитива. Однако Кайли, как обычно, недовольна. Дыра на колготках кого угодно выведет из равновесия. А вот и Эшли. Мила и приветлива, hey! Как всегда. Кайли, ты не подержишь? Какая удача! Надо воспользоваться ситуацией. Эшли, вот ты растяпа. Посмотри, что стало с моими колготками. Кайли, не кипятись. У меня есть запасные. Дарю. Такие обновки Кайли не по карману. А теперь проверим, есть ли границы у доброты Эшли. Ты и телефон мой разбила, кстати. Какая я неловкая. Только не обижайся, Кайли. Такая замена подойдет? Сегодня я добрая, прощаю. А что, так можно было? Упс. Эшли, помоги мой телефон в смятку. Без проблем, держи. Кажется, лайфхак работает. Зачем нужен старый телефон, если Эшли подарит новый? Yes! Но смартфоны уже на исходе. А может, возьмете деньгами? А желающих становится все больше. Бежать! Ребята, у меня ничего больше нет. Жаль, но дорогие магазины не всем по карману. А вот у Эшли с этим никаких проблем. Пришла пора обновить гардероб. Тут такой выбор. Глаза разбегаются. Вот этот топик выглядит странно, правда? А ценник? Ох уж эти VIP-магазины. Но кажется, консультант без ума от другого наряда. Пожалуй, я возьму обе вещи. Ну что, на кассу? Для Эшли это такая мелочь. Ваши покупки, мисс. Нет, у меня только один топик. А это вам. Вау! Не каждый день такие подарки судьбы. Спасибо. Как приятно делать незнакомым людям маленькие презенты. Но этот топик все-таки ужас. Надо поискать что-нибудь другое. Надо же, у Кайли собственный бизнес. И она точно знает, на подарках судьбы надо зарабатывать. Начинаем аукцион. Не упустите свой шанс. От аукциона Кайли лучше держаться подальше. Иначе станешь обладателем ненужной вещи. Девушка, вам будет к лицу розовый. Нет-нет, я пас. Молодой человек, и вы побеждаете. Что? Нет, я просто мимо проходил. Но Кайли не переубедить. Деньги на стол, парень. И забирай свой топик. Тебе пойдет. Кажется, Кайли не волнует, что зарабатывать на обмане – это плохо. Ни дня без пранка. Этот бедолага так и напрашивается на милую шутку. И у Кайли как раз и есть одна заготовка. Ну, держись. На такую приманку любой клюнет. Мое? Это мое. Догоню. А пока бездомный занят, можно его обанкротить. Будет знать, как гоняться за несбыточными мечтами. Когда заботишься о красоте VIP-клиенток, о себе как-то забываешь. Привет, как дела? О да, мисс, я вас ждала. Обо мне не волнуйтесь, лучше сами отдохните. Присаживайтесь. Вам определенно нужен расслабляющий массаж. Как же приятно сидеть в кресле косметолога. Ага. А теперь питательная маска для лица. Ждем 10 минут, и вы как новенькая. И правда, это помогло. Спасибо, мисс. Я снова готова к работе. Но Эшли пора бежать. Опаздывает. Спасибо за прекрасный сервис. Я ведь ничего не сделала. Но щедрая Эшли не принимает отказов. Кайли тоже заботится о своей внешности. Эй, подруга, мне что-нибудь эдакое. У меня тут как раз завалялась пара центов. Но этого катастрофически мало. Хватит разве что только на грязевую маску. Говорят, земля из-под кактуса очень полезна. Так и быть, делайте. Такие клиенты встречаются редко. Теперь ждем 10 минут и смываем чудо-маску. Ну а время – деньги. Мне пора, подруга. Счастливо оставаться. Но пусть лучше идет. Поменьше бы таких клиентов. У Кайли готов очередной пранк. Есть кто дома? Эй, может, купишь печенье? Конечно, на все. И сдачи не надо. Как скажешь, пока. А перекусить и правда хочется. Посмотрим, посмотрим, что тут за печенье. Кажется, Эшли опять попалась. А Кайли при деньгах. Вот только есть проблема. Они фальшивые. Эшли, это нечестно. Какие печенья, такие деньги, дорогая.
А тебе удалось меня провести. Молодец. Одобряю. Брала пример с тебя, подруга. Понравилось наше новое видео? Ждешь новые серии про богатых и бедных? Напиши нам об этом в комментарии. И обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал. И жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые скетчи на канале Трум-Трум Селект.